Где мы были и куда мы шли? Это зона Эми? Это зона Эми? Самус, ты чего? Ага. Так, пока мы здесь не будем идти, понятно, у нас чего-то не хватает. Скорее всего, чего-то замораживающего. Что бы это могло быть? Ну что ж, пока идем вперед. Охереть, ты что еще за говно? Эй, я думал спрятаться под него под ногами, не получилось. Странный вражина. Я, наверное, что-то неправильно делаю, да? Я все делал правильно. Нет, я что-то делал неправильно. Итак, конечно, здесь будут разрушающиеся платформы, да? Так, здесь нам не пройти сейчас. Водичка. Непонятно. Скрю-атака скоро будет, наверное. Так, вниз мы что, рискнем идти? Ну, давайте посмотрим, можем мы взять там апгрейд или нет. Не можем. И это что? Мега сальто. Это мега сальто, это Space Jump? Они Space Jump перевели как мега сальто? Погодите, что? Это двойной прыжок? Это двойной прыжок. В моем метроиде двойной прыжок. Ха. Неожиданно. Охуеть. А что, Space Jump не дадут, что ли? Двойной прыжок. Метроиде двойной прыжок. Это как? Ну, это круто. Это неожиданно просто. Кошка, заткнись. Уи. Кошка, заткнись. А как мне отсюда выбраться?
Так. А, все, понял. Нет, да? Не. Я пока я туда не могу. Ну, не больно ты хотелось. Ладно, мы взяли двойной прыжок, охереть. Удивительное дело. Чудеса творятся. Так, получается, мы отсюда валим. А, ну теперь я могу перепрыгнуть через... Ну, я... Блядская ты говно. Извините за мат. Куда? Кто? Мужик, мы уже сражались. Это двойной прыжок не очень нормально получается. Пожалуй, я не буду на него рассчитывать. О, мне он вообще не нравится. Чё за херня? Короче, сейчас было что-то непонятное мне. Я точно нажимал на этот двойной прыжок. Я сейчас начинаю с... Откуда, интересно? С сейвпоинта? Если да, это будет интересно. Короче, двойной прыжок, он не всегда срабатывает. Я этого не понимаю. Причем я точно инпуты ввожу все правильно. Может быть, потому что я комбинировал это с плазмолучом. Нет, вот сейчас он тоже не сработал. Ладно, в этой игре интересно сделано. В отличие от других метроидов, здесь суперракета сильнее, чем... Бля, почему он так плохо срабатывает? Я понял почему. Все, понял. Я понял. Я понял почему. Потому что Самус должна изначально войти в сальто. Если я прыгаю без сальто, то сейчас покажу, короче.
Если делаешь прыжок на месте, нельзя делать второй прыжок. То есть, сейчас прыгнем вниз, так проще показать будет. То есть, если я прыгаю влево или вправо при движении, я вхожу в сальто. В любой момент нажимания этого сальто я делаю двойной прыжок. Но, если я прыгаю на месте, Самус прыгает прямо. И если здесь я нажму кнопку прыжка, она начинает по дуге прыгать вниз, входя в сальто. И если в этот момент я нажму еще раз прыжок, то она тогда сделает двойной прыжок. То есть здесь... Раз, два, три... Если я прыгаю на месте, чтобы сделать двойной прыжок, мне надо нажать на кнопку прыжка три раза. И если я прыгаю на ходу, то мне надо кнопку прыжка нажимать два раза. К этому будет тяжело привыкнуть. Обычно так никто не делает, но да ладно. Еще в этой игре... Вот-вот, опять я то же самое, мой косяк. В этой игре, что я хотел сказать, я забыл уже что. Так, мне надо, наверное, от стен лучше вот джамп делать. Это мой косяк. Это было супер легко. Надо было просто понять, как работает двойной прыжок в этой игре. Он работает странно. Проще на волджамп рассчитывать в таких боях. Мне кажется, я даже не успею на ходу нажать три раза. Да. Вот. Это очень-очень необычно и непривычно. То есть двойной прыжок здесь странный. Если на ходу, на месте этого делать. Я его не каждый раз успеваю даже сделать. Зато если его делаешь при прыжке в сторону, то без проблем. Но зато опять новая билка, которой раньше никогда в Метроиде не было. Извините, я хуйню сказал. Она всегда была в Метроид Прайме. Space Jump, это же... Это основная обилка, господи. Хочу ли я вернуться к Эми? Наверное, нет. Спасибо, Самус. Спасибо. Мне придется возвращаться к Эми, да? Здравствуйте. Добрый день. Тоник сам не знает, что хочет. Я...
Я думаю, если бы Эми свалила кому-нибудь другому, он бы первый, кто это... возмутился бы. Это он просто выпендривается. Началось. Ладно, из всех Эми это, пожалуй, самое мерзкое. Помните, у меня были жизни? Не, Соник-то как раз, насколько я понял, у Соника остались в памяти события из Азарема, хотел сказать, из Соник 2006. Так что, что он помнит, этот гаденыш? Блять, это будет больно сейчас и сложно. Куда ты улетел-то, Вася? Иблис-триггер! Это просто некрасиво. Ага. Ты имеешь в виду, там похожий дизайн или что? А чего я добился? Я понял, я идиот. Я, кстати, хотел что сказать. Я сегодня в Твиттере видел
как чел сравнивал гифки из Metroid Dread и из God of War 2018 года. И с комментарием. Игра от Sony за $60, игра от Nintendo за $60. Я, конечно, мне нравится God of War новый, последний. Но, извините, здесь геймплея гораздо больше, чем в последнем God of War. В разы. В разы! И челленджа. Да, а вот значит, жопа Снейка тебя устраивает. Аж к жопе Кратоса какие-то претензии, да? Чувствую какое-то лицемерие. Эй, Лакни, привет. Так, сейчас будет сложно. Сейчас будет, пожалуй, самый сложный из Эми. Самая сложная. Вот она идет, падла. Так. А у меня нет места. Не, я знаю одно место. Сейчас попробуем. Нам надо ее заманить наверх. Если она сейчас по потолку поползет... Да, отлично, мы нашли это место. О боже мой! А, да, насчет этого. А, да, это сейчас в Metroid Community как раз очень бомбануло от этой статьи. Потому что Metroid, он никогда хорошо не продавался. Ну, как? Ледяная ракета! Он продавался... Относительно хорошо. Он не сравнится с другими Nintendo тайтлами. Это не Зельда, это не Марио, это не... Даже, по-моему, не Сплатун. То есть, Метроид, он, наверное, только когда? Prime 1, Super Metroid, что-то вот такое вот знакомое. И как бы сейчас, когда... Люди, типа, говорят, как бы понятно, что его можно пиратить. Его. Он, наверное, на эмуляторе выглядит и играется лучше, чем на свече. Но, блин. Давайте мы сейчас просрём серию полностью продажи, ее в нулину опустим. Это да. Это тупо, блять. Как это тупо? Так. Мы теперь можем вернуться назад, по идее. И можем идти вперед, по идее. А. Так. Давайте идем, наверное, вперед. А вниз откуда мы? Это что это было сейчас, блядь? Чё за, ты чего? Наконец-то мы можем уничтожать эти штуки, господи. Я не знаю, я саму статью не читал.
что они там предлагают делать. Ну, да, я видел заголовок, меня-то это возмутило, я как бы к пиратству нормально отношусь. Ну, как, нормально. Но, с другой стороны, у Котаку такие невменяемые тейки в последнее время, что... Я прям не знаю. Они прикалываются. Неплохо, неплохо. Да, да, это, конечно, потрясающее время живем. Так, ну что ж, ну что ж, у нас теперь ледяные ракеты добавились. Что мы можем? Мы дохера теперь можем. Теперь все огненные перегородки мы можем сносить нахер. Можем замораживать врагов. Я с удовольствием потом вернусь на предыдущую локацию. Да, блядь! Зомби чё за чё-то охерели? Так. Спасибо. Здесь больше ничего нет. Ладно, блин, мне двойной прыжок нравится. Он непривычный для серии, но в принципе работает плохо. Так, мы что здесь были? Блядь, нет, я совершил ошибку, нет. Эта дверь односторонняя. Стоп, или здесь больше нет холда? Ты кто же знает, что эта стрелочка обозначает? Может, это значит идти сюда? Все, не, окей, мы можем здесь больше теперь пройти. Все нормально. Все нормально. Стоп, здесь мы тоже были. Что? Так. Здесь мы все собрали, здесь мы все собрали точно. Вон здесь мы пройти не могли, да? Ну что, кажется, мы идем на новую локацию. Что-то я подозревать начинаю, что Ридли здесь не будет. Не.
Так. Так же, как и Сора. Фирения. Фирения, Фирения, Фирения. Фирении мы не убивали этого. Эми. Это, по-моему, последняя локация на данный момент, где Эми живой осталась. Кстати, насчет костюма Самус. Оказывается, у нас на работе закупают экзоскелеты для работников. Чтоб там зафиксировать руки в одном положении. Надеюсь, что нет. Воу, нихера себе. Сейчас. Здесь пусто. Ну там интересно, есть простые чисто на ремнях. То есть тяжело присаживаться, но зато ты с грузом поднимаешься прям без проблем. А есть именно шарнирные там, которые... которые там этот поясницу тебе освобождают. Руки ты там без проблем держишь в каком-нибудь тяжком положении. Ты что, охерел? В тяжком положении. А, кстати, космические пираты пытались сделать подобие костюма Самус. Куда он? Куда Вася улетел? И, короче, они создали свой костюм, который скворачивался в шар. Только они эту систему до конца не про... Да вы чё, прикалываетесь? Они до конца эту систему не проработали? И это привело к тому, что они потеряли несколько пиратов, потому что их всех переломало. Так, как мне здесь пройти? Я вижу только один способ. Нихуя себе, мужик, ты чего? И зачем я это сделал? Прикалываются, что? Как мне это сделать? Хорошо, ладно, я понял, как вот это мне сделать. А дальше? Что-то я подозреваю, я в этой игре не буду собирать апгрейды, связанные с шайн-спарками, потому что я не понимаю, как половина работает. Не,
Не, я не понимаю. Ладно, знаете что, мы продолжим свой путь. Сделаю вид, что я что-то понял. Нихуя себе, что это было? Да, враги стали злее. Скучаю по тем временам, когда здесь не было паразитов X. Мао Цзэдуна. От него остались одни руины. Похоже, она была уничтожена в катастрофе, вызванной появлением паразитов X. Это соответствует тому, о чем поведал молчаливый Талар. В итоге оно стало гнездом паразитов X. Я также обнаружил здесь необычайно мощного представителя. Ууу, кто бы это мог быть? Мы не могли об этом знать вообще. Мы с этим Эми не сражались. Еп, он самый единственный неповторимый. Так. А, вот этот апгрейд хочу. Как резво начал, а? Так. Ну что ж, нам наша задача в этой области убить Эми. Взять новый апгрейд. Стоп. Что? Здесь была дверь все это время? Блин, вот сейчас мне фаны вообще нравятся очень. Ой. Так, здесь есть дверь, и здесь какой-то секрет. Да чтоб вас всех, опять пауэрбомбы нужны. Я что-то получаю столько апгрейдов, и все мало. И все мало. Им все мало. Что тут? Так, это вход в зону Эми. Чем мы дальше от входа в зону Эми, тем я себя спокойнее чувствую, поэтому мы пойдем наверх.
Блять, здесь холодно. Придется идти вниз. Так, зомби-мужик, ты куда? Кстати, по идее, здесь тоже закрыто. А по идее, плазма-луч должен при проникновении врага на каждом фрейме его дамажить. Поэтому похожая ситуация работала в Думе 2016, который BFG. Поэтому на ПК, где большое количество FPS-ов можно было поставить, там BFG можно было сделать, чтобы дикий был дамаг по некоторым боссам с ним. По-моему, кибердемона так можно было очень-очень быстро завалить. А вот Switch-версия, которая с 30 FPS-ами, это так не прокатывало. Так. Так, а вот и зона Эми. Блять, ладно, у нас нет выбора. У нас просто тупо нет выбора. И он меня сразу видит. Вот в чем прикол. Он видит меня сразу. Ну не видит, он меня чувствует сразу, да? Как только я захожу на локацию. Стучонок. А! У-у-у! Мне не нужны жизни. Забирайте, блядь, мои жизни. Просто дайте мне от него убежать нахер. Блять, серьезно. Чуть-чуть, я чуть-чуть не добежал. Чуть-чуть. О, это будет сложно. Вот это будет очень сложно сейчас. Пизда мне. Он меня видел, да? Да. Так, проблема, большая проблема.
О боже мой, о боже мой! О нет! Самус не делает сальто, когда она в этом, в стелсе. Я об этом не знал, кстати. Это сейчас был неприятный сюрприз. Они хотят, чтобы я снова Кэмми шел? Я не пойду. Бля, мне придется, да? На, но у меня путь еще внизу есть. Мне просто нужен новый костюм. Мне нужно просто в воде двигаться нормально. Мне нужна маневренность. Почему эта дверь закрыта? Почему эта, блядь, дверь закрыта? Ладно, это пока самый мерзкий из всех Эми. Даже тот, который замораживал, не такой был. Не такая была, извините. Она была не такая. Так. Карта области загружена, это здорово. Что там интересного? Так, во-первых, здесь был проход. А где... Вот центральный... О, господи, вот это все хотите сказать? Мне надо убегать? Мне надо вот сюда пробиться. Эми одновременно и самая интересная часть игры, и... Ты че, мужик? И одновременно самая... Нервная. Ну что? Он меня видел. Она. Оно. Оно, блядь, оно. Сука. Оно, сука. Охереть, охереть. Как только я захожу на локацию, она меня видит. Здесь нет прохода. Ну, спасибо вам. Ну, спасибо вам, мужики. Вода. Ну, конечно же. Конечно же, вода. Боже мой. Здравствуй, Сара.
говна какой-то кусок. Ух, бля. О. Беги, Самус! Ты просто сонибой. Скоро здоровье прокачаем, отлично. Стоп. Там мы что-то здесь пропускаем. Отлично. Нас ждет босс-файт? Серьезно? Это дверь перед входом к боссу. Интересно, с кем? Только не говорите, что опять с Чозо. С гигантским мега-жуком? Может быть, его надо было плазмоганом, конечно, бить. О, нет, это ядро X! Этой штуки не было со фьюжена. Ладно, прикольно, что они вернули аж прямо эту херню. То есть нас сейчас ждет апгрейд, прям как во фьюжене. Штурмовая ракета. Штурмовая ракета, я так понимаю, это Seeker Missiles, который из Metroid Prime 2 Echoes. Ага. Отлично. Мы теперь можем выпускать 3 ракеты за раз.
Так. Ну что ж, это значит, что мы теперь снова через Эми пойдем, да? Слушайте, вообще работает неплохо, очень неплохо. Вальдемар Рудни, добрый вечер. Здравствуйте. Так. Да, теперь мы можем здесь спокойно пройти. Отлично. О, боже мой, так приятно ему долбить. Так, что это значит? Это значит, что для нас теперь открылись новые двери. Да? То есть теперь, где мы видели похожие двери? Вот здесь. Где мы еще видели похожие двери? Они говорят... Они хотят сказать, мне снова надо бежать через Эмми. Я не хочу. Я не хочу. А, вот, вот куда нам надо. Так, 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 так. Это как мы туда попадем? Нам надо пробежать через Эми. Черт. Вот здесь мы пробежим. Мы сейчас сократимся путь. Сейчас нам просто налево надо. Беги! Самус, беги! Из всех Эми это самая мерзкая. Все, слава богу. Так. Это все, конечно, хорошо. А дальше куда нам? Нам надо здесь подняться наверх. Что? Что? Два за раз! Давайте юзать полностью наши новые ракеты. Это было быстро. Почему? Потому что они ложки. А еще теперь 3 ракеты за раз пускаю, так что... А теперь у меня еще и самонаводящиеся ракеты, так что... Ой. Легко. А когда-то они были проблемой. Итак, так. На всякий случай, мы пройдем, наверное, через сохраненку. Потому что все, конечно, здорово, но я боюсь, что мы сейчас отлетим нахер. Мне кажется, загрузки стали дольше.
Слушай, а как я могу это бомбой сделать, интересно? Нет? Нет, да? Мне надо это как-то сверху забрать. Ну ладно. Сверху так сверху. А, знаете что, не буду я выпендриваться. Да-да-да-да-да. Слушайте, погодите-ка. Так я сейчас убил же Чоза, нет? Это были не паразиты X, это были нормальные Чозы. То есть они еще остались живые. Любопытно. Ну что это за апгрейд? Пространственный прыжок. Они имеют в виду Space Jump? Позволяет Самус многократно прыгать во время сальто. Нужен момент во время сальто, нажмите B, чтобы снова прыгнуть. Без игрока костюма не сможет набрать дополнительную. Так. А зачем мне тогда дали сейчас двойной прыжок, если теперь у меня бесконечный прыжок? Мне буквально полчаса назад дали двойной прыжок. Зачем? Он под водой работает точно так же, как он работает в Азер М, насколько я понимаю, да? То есть я просто на одной высоте всегда прыгаю. Кошка, заткнись. Тебя никто не любит. Уйди. Так. Большой теперь у меня прыжок. Вопрос, где я могу его использовать здесь? Я просто не вижу места, где бы сейчас он мне пригодился тут, на самом деле. Здесь я пройти не могу. Здесь слишком холодно для Самус. Здесь нет. А. Здесь нет. Здесь доступ закрыт. Так. Мне нужен другой костюм. Это я уже понял. Давайте валить в другую локацию. Наверное. Потому что здесь, кажется, ловить нечего. Вопрос, а где есть что ловить? В Дайроне? Гхаворан? Вообще вот здесь может быть есть. Да, вот я могу вот здесь пройти сейчас. Да. Это похоже на правду.
Так. То есть мы сейчас идем. А, слушайте, я пару, наверное, апгрейдов могу здесь взять. Зеленый телепортатор. Зеленый телепортатор. Вот этот я, наверное, смогу сейчас взять. Так, сейчас я немножко в тупике. Потому что немного не пойму, что от меня хотят, что надо сделать. Так, могу я здесь взять сейчас? Могу. Могу. О, как я. Ах ты, блин! Ух ты, сука! Извините за мат, конечно, но это возмутительно. Мои ракетки. Скорее всего, мы что, отправляемся ли за пауэрбомбами, или за скрю-атакой, что ли, тогда? Бурение. Так, слева мы откроем, походу, закрытую дверь, да? Которую... Это шорткат назад. Здесь мы были. Угу. Здесь мы все брали. Мы вот сюда можем теперь попасть. Воу-воу-воу. Что у нас тут? А кто в той стороне? А, в той стороне закрытая дверь, понятно. А что у нас тут? У нас здесь прокачка здоровья. И все? А, кошка, заткнись. И здесь Shine Spark еще есть. Это мы откуда-то отсюда можем сюда выстрелить с собой. О боже мой, кошка, заткнись. Вот она из вредности сидит и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Так. То есть сейчас мы спускаемся вот сюда и можем спокойно пропрыгать вот сюда. Нормально? Вот это я зря, конечно, тогда не взял. Было глупо с моей стороны. Так, вот мы пришли на новую локацию. Е-ей! Ага. Возвращаемся назад.
Электрические рыбы. Нет. Так. Я надеюсь, нас сейчас не ждет подводный босс. Я бы очень сильно расстроился, если бы. Произошло. Это произошло. Извините. Так, здесь ломаемые блоки. Хорошо. Слева сохраненочка, что ли? Нам бы еще здоровье улучшить у Самуса. Меня смущает. Вроде здоровье-то до хрена, а что-то как-то это... Умираем все так же быстро. А, он меня обманул. Так, что я могу здесь? Здесь какой-то проход, мне непонятно. Ах вы твари! Ах вы уроды! Это сейчас всерьез было? Кошка, заткнись! Так, и зачем мы столько усилий предприняли? Пройти направо. Иди сюда, мужик. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, со здоровьем проблем пока нет. Это радует. Не зря мы сюда пошли, не зря. Мужик, давай ты не будешь со мной сражаться. Как они любят подводные локации в этой игре, это пиздец. И перебор. Так, ну и куда мне надо? Вниз или наверх? Давайте вниз. А, вниз, вниз не пустят. Хорошо, ладно, ладно, ладно.
Что, боитесь бомб? Падла. Пожалуйста, дайте мне новую что-нибудь. Сейчас, подождите, там что-то я пропустил? Показалось. А, ну правильно, правильно, внизу, внизу же пауэрбомба нужна, точно. И здесь нужна пауэрбомба. А. К чему бы это? Бля, ну вот это выглядит, извините, извините, но это выглядит классно. Дверь закрылась. Подозрительно. Дали много ракет. А, это, наверное, на случай, если я упаду, да? То есть мне вот здесь, скорее всего, надо сейчас пропрыгать будет налево. И чтобы меня при этом никто не сбросил. Я проверял на всякий случай. Спешить все равно некуда, да? У нас, кстати, из 7 остались только 2 эми. Одну мы еще не видели, а одна вот эта мерзкая, которая видит сквозь стены. По-моему, мы там что-то ломаем. По-моему, мы сейчас что-то разъебем. А зачем мы это сделали? Кошка, заткнись, а? Ну заткнись. Ну заткнись. А, потому что мы здесь пройти не могли. Ну конечно, я сразу понял. Отгадался. Извините, я ступил. Это нормально, это, можно сказать, дальние родственники Самус все построили. Она была бы не против. И они были бы не против. Ну что, пауэрбомбы? Я так подозреваю, что это будут пауэрбомбы. Это лучше, это кажется гравити-костюм. О боже мой. Новая расцветочка.
Грави-костюм. Значительно уменьшает получаемый от врагов урон и защищает Самус от сильного холода и лавы, а также позволяет свободно перемещаться в воде. Кроме этого, Грави-костюм немного увеличит урон от контрудара в движении. Я так полагаю, это наш финальный костюм в этой игре. Ну что, все, вода нам больше не страшна. Срать на воду. О боже мой, как долго я этого хотел. О да, о боже мой, наконец-то мувмент нормальный в воде. Мне во втором прайме очень не нравилось, что там не было гравити костюма. Там был грави апдейт. Самус случайно, ну, во всяком случае, вроде как Адам говорит, что это все проделки этого хера из расы Чоза. Но получается, паразиты были за в одном секторе закрыты, а Самус, когда туда прошла, его этот сектор открыла. Вода нам больше не помеха. Ага. Ну, интересно, какой апгрейд у нас будет следующим? О, мы отправляемся в первую локацию самую, нихера себе. Ну вообще да, у нас такой сейчас... Блин, этот костюм выглядит отлично. И у Самус наконец-то закрыта шея, по-моему, да? Потому что или мне казалось, или когда в катсценах ее показывали, у нее была голая шея. Это было очень-очень странно. Все равно здесь такой облегченный костюмчик после праймовских, где чудовищные, тяжелые, огромные костюмы. Плечи, как две головы Самус. Хотя, если по лору, там все-таки у нее более старый костюм. А этот у нее костюм, сделанный из остатков ее предыдущего костюма. Слушайте, а вот это интересно. Локация первая изменилась. Вот эти все синие места, это теперь они замороженные локации. Раньше такого не было. Раньше синих парочка была локаций, а сейчас практически все здесь заморожено. О. Угу. Угу. Ладно, вот это прикольно. Это очень классно. Видите, стоп, что было сейчас? Мне показалось, я как-то в Shine Spark зарядил. Не, наверное, показалось.
Я думаю, они охлаждают планету, чтобы остановить Самус. Потому что Самус же метроид, поэтому они знают, что для нее холод будет смертельно опасен. Они обучаются, суки. Ах ты черт! Я хочу апгрейд. Это, наверное, скрю-атака. Скрю-атака. Угу. Эй, чувак. О, теперь ты с щитом. Ты что, охерел? Вася, ты не ожидал, да, что теперь у меня сама... О, он новую атаку выучил. Ну ладно, они с каждым разом становятся все проще и проще, потому что у них у меня все больше и больше появляется видов оружия, чтобы их завалить. Стороне у меня был. Мне нужно что-то, чтобы могло разбить лед, да? То есть, чтобы взять этот апгрейд, мне нужен еще какой-то апгрейд. И что это будет? Так, Shine Spark. Они хотят, чтобы я юзал Shine Spark. Зачем они хотели, чтобы я здесь юзал Shine Spark? Здесь ничего нет. Что?
Хорошо. Так, я, честно говоря, замороженные локации вообще здесь был. Эти места я с трудом узнаю. Ну, я... Да, я здесь был. Вот, ладно. Теперь я вспоминаю это место. Так, костюм Самус защищает от лавы. Но она не может здесь пройти... по какому-то газу? Серьезно? Так. Замороженная дверь. У меня только этот проход сейчас. Меня ведут. Куда меня ведут? О, боже мой. Вот эта штука, которую я, кажется, очень давно хотел взять. 2039. Ладно, успеем до туда добежать. Смог бы я под запас. Я так и думал. Так, то есть мне сейчас наверх. Ладно, вот это классно очень. Мы вернулись на первые локации, они выглядят совершенно по-другому. Окей. Спасибо. Я, значит, ошибся. Сейчас мы все равно тот апгрейд возьмем. Вот я не могу. Я вот на это место смотрю очень давно. Я очень давно хотел там взять хоть что-то. Пусть там даже сраные ракеты будут, я буду им рад. Я хочу просто взять апгрейд, который там спрятан. И у меня сейчас все есть возможности для этого, наверное. Наконец-то я взял. Все, я спас. Пусть это будут сраные ракеты, но я их наконец-то взял. Пойдемте к сохраненке вернемся. Нам, значит, надо опять в Катаре сдержать свой путь. Так. Ну и все тогда на сегодня. Ах, неплохо, неплохо. Мы вернулись снова сюда. Так, погодите, в Катарис. То есть нам вот этот путь нужен. Заморожен. Датчик движения. Да, да, походу все остальные пути сейчас заморожены. Интересно. А, ладно, все, всем спасибо. И всем пока.